Чего? Всем привет! С вами Наташа, и у меня сегодня снова в гостях Маша Горячева. Давно не была, это просто. Это рубрика «Ассоциации». Напоминаю, что в этой рубрике мы угадываем ассоциации, связанные с различными странами. Рейтинг ассоциаций составлен по ответам моих подписчиков, то есть вас. Кстати, внизу есть ссылочка. Присылайте ассоциации с другими странами обязательно. Мы их будем использовать в следующих видео. И, Маш, нужно угадывать ассоциации и постараться угадать самый популярный вариант, чтобы заработать больше очков. В конце мы подсчитаем очки. И тот, кто проиграет, будет кушать лакричную конфету и передавать привет подписчикам другого человека. Жесткое задание, поэтому лучше выиграть, конечно. Да, поймешь все в процессе. Давай сначала скинемся, чтобы узнать, кто первый говорит ассоциацию. Куда? Куда скинемся? Без дна. Поехали. Давай. Раз, два, три. Это первое. У тебя есть возможность выиграть самый популярный ответ. Друзья, прежде чем мы перейдем к игре, она будет очень жаркой, уж вы мне поверьте, я хочу рассказать вам о зимней универсиаде 2019, которая совсем скоро состоится в Красноярске. Это студенческая олимпиада, в которой принимают участие разные государства. И самое важное — это то, что впервые зимняя универсиада проходит в России. И я предлагаю нам с вами поддержать спортивное молодежное движение. И в честь этого мы запускаем флешмоб с танцем из ролика про универсиаду. Если вы еще не видели ролик, то посмотрите по ссылке в описании, либо нажимайте вот сюда, на подсказку. Я уже станцевала, и сейчас все вы сможете оценить мой танец. Сразу предупреждаю, не судите строго, но я старалась. И, кстати говоря, песню «Зима», под которую мы с вами будем танцевать, Максим Фадеев написал специально для универсиады. Это был мой ролик, а теперь очередь за вами. Выкладывайте свои видео в Инстаграм, отмечайте вот этот профиль, вот здесь он появится, и также обязательно указывайте под видео вот эти хэштеги. По хэштегу я смогу найти ваше видео, и самые классные я буду лайкать и комментировать, и также участники этого флешмоба получают уникальный шанс выиграть классные призы с символикой универсиады. По-моему, этот флешмоб отличный способ наконец начать двигаться, вдохновиться на спорт и заодно сделать хорошее дело, поддержать универсиаду в России. В общем, я жду ваши видосики, танцуйте от души, получайте от этого удовольствие. Ну а сейчас давайте переходить к выпуску игры «Ассоциации». Кенгуру. Ну так нечестно. Маш, первое место на табло. А, это табло. У нас тут табло есть. Следующий. Наташа, давай, отвечать будет Наталья Друзь. Серфинг или серферы? Вообще нормально, ни одного угаданного ответа. Сидней? Блин, да я хотела сказать это, все, я ухожу из этой... Что? Что? Грустно какое-то. Знаешь, я могу так не истерить хотя бы. Так. Куала. Кого позвать? Чего ты сказала? Кого? Кто это? Куала, она такая с листиком сидит так... Я ВКонтакте недавно читала, что куала, у них в листиках алкоголь. Да? Они, в листиках эвкалипта алкоголь. Она у меня сейчас перед глазами прям с листиками. Да. И типа они набухиваются, понимаете? Но она и на втором месте. Остальные варианты — это как бы все. Все. Подожди. Черный экран. Не, Маша, так, давай. Так. А, третье место — это «Австралийская история ужасов». Что? Такой фильм есть? Нет. Просто какой-то сюрреализм от Марии Горячевой. Подкинешь третий вариант. Подкину. Остров. Я поняла. Короче, Россия играет... Ой, весь мир — это котик, а Россия играет в Австралию. Что? Вы что, этот мем не знаете? Может, пока не поздно? Вызовем санитаров. Представь. Океан. Я говорю, можно все. Итак. Третий вариант ответ. Это... Ограниченность. Что это находится где-то? Самое смешное, что... А что вы до этого говорили? А, то есть у нас... Подождите, техническая проблема. Сидней говорили. Кто говорил? Я. Сидней. Ты серьезно сейчас? Мне кажется, нужно уволить вот этого человека за кадром. Увольнение, ребята, сейчас произошло. Ты серьезно сейчас? Да не, оставляй так, господи. Сидней! Зрители уже привыкли, то, что Руслана паста, макароны — это разные вещи, Сидней — это как бы это...
Глуховат он, видимо, старо уже стал. Походу, реально уже там все это. Короче, какой это был? Ну все, у меня... Это четвертый. Капец, у меня даже нет вариантов победить в этой игре. Ну ладно, я должна просто хотя бы постараться. Жара. Чего? У меня еще есть шансы в общем подсчете не проиграть. Какая жара? Это вообще где? Жара. Это же Австралия. Окей. Мать, давай, вкидывай, вкидывай. Розовое озеро. А ты что знаешь, там розовое озеро здоровое? Нет, оно, возможно, есть, но не 5 самых популярных. Южное полушарие. Вот представляешь, ты увидишь человека, и он такой говорит, а ты говоришь, что в Австралии, такой, да, южное полушарие. Собака. Сутулая. Ну ладно, допустим, это континент. Блин, Австралия же, ну ладно. О, то, что он перевернут, типа, поняли, что мы в России стоим на ногах, а они дебилы перевернутые. Ну поняли, как это висит? Да, да. Да нет, это же все куплено, он ей подыгрывает. Под экватором. Странно. География, география. Очень дорого туда лететь. Все, я сдаюсь. Хорошо. Хоть я и проиграла в этом раунде, но я сдаюсь. Маша. Да я что, я не эксперт. Все? Да, все, давай. Да, сдаемся. И это было слово? Тупый. Поперхнулся. Стоп. Я же говорила, материк. Ты другой. А как я сказала? Остров. Континент. Континент, я сказала. Блин. Итак, друзья, я продула в предыдущем раунде, поэтому сейчас я буду отгадывать первый. All inclusive. Пожалуйста, пожалуйста. Чего? Чего? Ну, видишь, пятая же такая. Так, в смысле, я должна была угадать самую популярную. Давай. Наташа? Да, в смысле, типа... Наташа! Тихо, у меня второй шанс. Света? Дульце. Отпуск, отдых, вот что-то такое. Первый. Давай. Я вспомнила, что Тагил — это Египет, а не Турция. Ну, типа, не, ну Тагил! Он бывал везде. Ладно, хорошо, давай Тагил. Стамбул. Ну все, короче. Вот... Анталия. 2, 3, 4 — это все, что связано с отпуском, и все включено. Так. Подожди, я сейчас. Море. Я вообще... Иду чисто по... Как бы пытаюсь мыслить. Мои страны. Как это люди. Интересные, экзотические. Твои страны. Это Турция. Мейнстримчик. Бухло. Пить. Водка. Виски. Это все в 5-м пункте. 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 Уже пункте кто-нибудь, а? Кемер. Дальше. Русские. Мармарис. Мы сейчас по географии играем или что? Давай все города перечислим. Нет, ну все. Ну подожди, я прошлась немножко по курортам, какие вспомнила. Ковер-самолет. Курорт, кстати. Курорт. Что ты повторяешь? Можно мне, пожалуйста, медаль специалист по Турции? Но проблема. Фрукты. Пенная вечеринка. Жара. Мария, так сказать, связь между Австралией и Турцией. Связь между Австралией и Турцией обнаружена. Жара! Жара! Это же так тупо! Типа, может, в следующей стране просто говорить жара. В турецком раунде проиграла Маша, поэтому она сейчас начинает. Ким Чен Ын! Ну, это не первое место. Четвертый. Корея. Маш, да. Ну ты что, у тебя такая была возможность? Я чуть сказал. Кей-поп. Кто это? Маша, сейчас никто вообще не подпишется на твой инстаграм. Отписки пойдут. Походу, если вы знаете, что такое кей-поп, то не надо подписываться на мой инстаграм. Тихо, кей-поп. Первое место. Кто это? Да никто это, это жанр музыки. Это корейская поп-музыка. Очень популярная сейчас. Просто, и любят очень сильно, и мои подписчики тоже. Ядерные бомбы. У меня кей-поп, у нее бомбы, ну. А, ну, во-первых, она есть Южная и Северная Корея. Ну, тогда я скажу, например, какая-нибудь Северная Корея. Чисто пример такой. Что? Чисто Южная же такая популярная. Коммунизм. Так глубоко, наверное, не копал. Корейская кухня, еда. Сеул. Ну, вот такой, конечно, грустный вариант, но говорят, что там едят собак. Наш технический продюсер передачи говорит, что это был такой вариант, но он не попал в пятерку, и хорошо. Так, подожди. Морковка по-корейски. Косметика.
Корейская. Точняк! Хоть это и дорого. Окей, у нас осталось два варианта. Лапша. Острая еда. Небоскребы. Так мы что, сдаемся или ты пытаешься еще как-то? Я вот сижу, пытаюсь. Подожди, ну у нас есть наш технический директор. Он может быть продюсер. Он, может быть, нам подскажет сферу, куда нам двигаться. Музыкальная. Музыкальная. Я знаю ответ. Это BTS. Ой, сейчас все, наверное, так обрадовались, что я знаю BTS. Маш, это, короче, отсылка к первому пункту. Тебе надо просветиться. Мне с высоты моих лет. С высоты твоих лет? Вообще непонятно, кто эти люди. Окей, все, давайте теперь откроем последнее, потому что мы не в теме. Я признаюсь честно, я могла бы это отгадать, потому что у меня... Спасибо за признание. Что это? Ну, это есть такие корейские дорамы. Я так понимаю, это сериал, и это очень многие смотрят, и у меня в том числе мои друзья тоже смотрят. Маш, есть что изучить после выпуска? Итак, друзья, в сегодняшней битве не на жизнь, а на смерть проиграла Мария Горячева. Поэтому здесь появились очень вкусные конфетки. Это лакрица, просроченная даже, по-моему, уже. Ура! Давненько уже рубрика идет, а упаковка все та же из Финляндии. Ну, собственно, Маш, ты берешь свой телефон, кушаешь конфетку, прям соси ее прям хорошо. Тебе нужно передать привет моему подписчику, а подписчика ты выбираешь среди лайкнувших мою последнюю фотку. Да за это вот. Креативному продюсеру не надо привет передавать. Подписан же. Там первый. Вот, Анна. Давай, Анечка. Мы тебе передаем большой привет. Привет, Аня, привет. Мы снимаем видео сейчас ассоциации. Машка проиграла, и ты только это знаешь, потому что видео еще не вышло, и у тебя такой эксклюзивчик. Она кушает невкусную конфету. Очень невкусную. Она передает тебе привет. Я в детстве обожглась и чувствовала только 50% от вкусов настоящих, которые есть. Ну, знаешь, в случае с лакрицей это даже плюс. И когда я выросла, у меня очень все обострилось, и теперь мой язык чувствует на 50% больше, чем чувствовал всю жизнь. Больше? Да, и я чувствую все вкусы очень четко. Прям а почему вообще... ты сейчас так странно говоришь? Потому как будто ты скриптонит. У меня лежит вот здесь вот. Ну, я думаю, Маша сегодня почитает рэпчик как скриптонит. Она справилась со своим заданием. Это моя вечеринка. Анечке улетел приветик. Подписывайтесь на Машу, я думаю, она вас покорила сегодня, безусловно. И спасибо вам, что посмотрели видосик. Ставьте лайк, если вам понравилось. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока. Пока-пока.